В воскресенье в Севастополе официально открылся Дом дружбы казанских татар и башкир. На самом деле представители этих народов уже 6 лет собираются для общения и работы над укреплением единства, празднуют главные национальные и общественные праздники. Встречи происходили в небольшом помещении в жилом доме по адресу улица Силаева, 5А. Теперь правительство передало его обществу в безвозмездное пользование. Кроме казанских татар и башкир, в Дом дружбы приглашают людей всех национальностей. Для Севастополя вообще характерно, что люди вот разных национальностей друг к другу относятся с трепетностью, с такой заботой, поддерживают друг друга, потому что все праздники любой национальности, которые есть, празднуют все национальности, все. И говорят на языках друг друга, и приветствуют друг друга. В городе сейчас 2816 казанских татар. Башкир – 80. Город они любят всей душой. Более 50 лет назад, в 1949 году, около 2000 казанских татар и башкир отправились в Севастополь восстанавливать город после войны. С собой везли нехитрые пожитки и богатое духовное наследие. К сохранению своей культуры и традиции эти люди относятся очень трепетно. Отмечают все праздники, помнят и почитают историю. Даже планируют открыть воскресную татарскую школу, где детей будут обучаться татарскому языку. В честь нашего сегодняшнего дня стих такой небольшой. Дуслык бусирек бюлек, дуслык шану хэм хрмет, дуслык бунамуз гамерлик, рахмет алла рахмет, дуслык бутыр габрге аллага, миним дустым алга.